сенде адамгерчиликин башкатанга деп эскирүү керек турганда. Маданият абият, кайсыл катарды болорун танда, кайсыл сыпаттар жоголуп баданда, адаттагыдай оролуп барамга бара табзайла жокту акыр сыманга биз даяр болгонду. Бүрүнүндү толук колдонду. Адашабыз чие жолдорду, үнгүсү жок жок долбордо, өзүбүз сөзүбүздүн коргунду. Так, Катман уже подойду сейчас. Дамы и господа, Лига Хардкор Боксинг представляет вашему вниманию главное событие вечера. Восьмираундовый поединок за титулы чемпиона Хардкор Боксинг Ассоциэйшн и WBL в среднем весе. Первым представляю боксера справа от меня в синем углу ринга. Ему 37 лет, его рост 182 сантиметра. Один из лучших представителей бокса Латинской Америки, соискатель чемпионских поясов по версиям IBF, WBC и WBA. Этот атлет с невероятным рекордом 18-1 давно прославился не только на своей родине в Венесуэле, но и во всем мире. Он прибыл в Россию, чтобы доказать, что он лучший соперник из всех, кого удавалось встретить кыргызу в ринге. Дамы и господа, представляющий Каракас, Венесуэла, Джонни Ла Маскара Санчес! Его сопернику, стоящему в красном углу ринга, 25 лет. Его рост 188 сантиметров. Он мастер спорта и чемпион России по боксу. Когда-то он хотел стать футболистом, но только бокс смог утолить его неутомимую страсть к адреналину. Его рекорд насчитывает 9 побед, одну ничью и только одно поражение. Победитель второго сезона Гран-при HFC, действующий чемпион хардкор-боксинг в среднем весе Самат Кыргыз Абдырахманов! Рефери поединка Алексей Козлов. Touch glass. Listen to my commands. Good luck. Капа. Капа. Шаг назад, шаг назад. Бокс. Ну что ж, главный бой сегодняшнего вечера, поединок сразу за два титула чемпиона, это HBA, хардкора, и WBL. Самат Кыргыз Абдырахманов против венесуэльца Санчеса. Что скажете, ребят, что думаете по поводу этого противостояния? Что можете сказать? Вообще, свои мысли, пожалуйста, озвучите. Мои мысли, я наконец-то дождался главного боя. Ну, я так и рассчитывал, что Самат начнет в таком стиле, спокойно, на джебе его обыгрывать. Я думаю, раунда 2-3 он его так будет обыгрывать, а потом уже постарается его досрочить. Да, соперник опытный, но все-таки уже возрастной. Я думаю, что Самат опыт превосходит соперника. Мартин, твои мысли? Мои мысли, что это мисс-матч. Ну, посмотрим, конечно, у нас будет. Кто фаворит, ты считаешь, в этом поединке? Самат, конечно, но он даже просто работает передней рукой. Но я думаю, что он будет делать все, что захочет. Особо опасности венесуэльцев я не вижу ни в его ударах. Не знаю. Ну, посмотрим. Давайте посмотрим, пока это темная лошадка. Мало ли удивит. Хочу напомнить, что нас ожидает 8 раундов профессионального бокса. Активизировался Самат, с ним активизировалась и публика, которая пришла с ним поболеть. Перфета Самат Кыргыз Абдырахманов. Кажется, на этом все. Да венесуэлец вообще не имеет желания вставать. Эй, бой Чен, окончен. Вставай давай. Не, он уже идет. Да хорош.
Победа Самата в первом раунде. Вот это неожиданность. Да, это очень плохо. Слышим, как летит публика, поздравляет своего любимца. Ну что ж, ждем официального объявления победителя и надевания, так скажем, двух чемпионских поясов на Самата Киргиза Абдурахманова. Дайте балакин. Вот и Мураба. Бриф. Друзья, я говорю, что будет жарко и градус тоже. На колясах и на колясах. И в конце мгновенно. Никто, конечно, не ожидал столь быстрой разрядки. Но наш сама всегда постарался. Как всегда, хорош. Так что, друзья, не заставил результат ждать себя. Дамы и господа, рефери Алексей Козлов осмотрел поединок на отметке 1 минута и 40 секунд стартового раунда. Техническим нокаутом победу одержал и, оставаясь чемпионом хардкор-боксинг, стал новым обладателем вакантного титула чемпиона давний билет в среднем весе Самат Киргиз Абдурахманов! Сейчас ты выйдешь, я выйду. Зачем? Не, у меня с этим, с колмаком. Самат! Я тебя от души поздравляю, ты реально красавчик. Я видел, как ты пахал. Также хочу поздравить твой угол. Это Али Педуриева и Юсупа Магомедбекова. Я знаю, как вы с ними работаете. Но вот я, честно тебе скажу, на секунду отвернулся. И вот когда уже повернулся, соперник уже лежал. Как тебе быстро удалось закончить бой с таким титулованным, опытным бойцом? Всех приветствую. Всем ассаламу алейкум. Честно, у нас был план. В первую очередь хотел бы поблагодарить мой угол тренеров Али, Юсуф, Амир, Фара, то, что столько вкладывали, столько терпели в меня. И у нас был план. Мне кажется, мы сделали этот план. Все залетало, каждый джеб залетал. И самое главное было не торопиться. И вот я вернулся, был большой, простой. Последний раз в ноябре дрался. Анатолий, надеюсь, как можно чаще будете давать мне бои. Я не могу так драться долго. Я хочу драться каждые 2-3 месяца. Главное, чтобы твой угол столь настойчиво не отказывался от столь большого количества предлагаемых им конкурентных оппонентов. Полный газ, полный газ. Всем спасибо, кто болел, кто пришел, кто смотрит прямой эфир. Всем спасибо. Мы будем дальше расти, расти. Самат, мы тебя поздравляем. Это действительно большой шаг.
в профессиональном боксе. Впереди тебя ждет еще немало шагов. И в кулачных боях в первую очередь. Ты сейчас интересуешься, у меня не здесь ли твой главный визави Эмиль Наврузов. Нет, сегодня он, к сожалению, не здесь. Но, безусловно, я уверен, что вся твоя карьера будет усеяна чемпионскими поясами на радость твоим фанатам. Эмиль. Но за все воздается тяжким трудом. Ты пахарь, и поэтому ты там, где ты есть. Мы тебя искренне поздравляем. Спасибо, спасибо. Еще хотел сказать, можно, думаю, заслужил. Я открыл свой собственный детейлинг, СК-детейлинг. Город Москва, приходите. Сделаем любую красоту из вашей машины. Спасибо. Самат, скидку, если еще по-братски сделаешь. 100% тебе. С тобой еще в зале увидимся, брат. Все, от души. Самат Кыргыз Абдурахманов, двойной чемпион, дамы и господа.